Депутаты законодательного собрания не поддержали инициативу коммунистов сделать 7 ноября выходным днем и сократить новогодние каникулы. В законодательном собрании пришли к выводу, что этим вопросом лучше заняться депутатам Госдумы, зато поддержали изменения в закон о порядке начисления арендной платы за землю, которая находится в областной собственности. Инициатор Валерий Кокорин заявил, что платежи предприятиям выставляют задним числом, и они настолько велики, что вызовут волну банкротства. Некоторых бизнесменов заставили платить в 232 раза больше обычного. Главная суть, чтобы, первое, остановить начисление непомерно высокой и абсурдной арендной платы, которая никаким экономической целесообразностью назвать нельзя, когда арендная плата выше стоимости земли, годовая арендная плата, выкупной стоимости земли. И тем самым подтвердить статус города Омска как Омска привлекательного для предпринимателей, для инвестиций.